Анапский аэропорт может получить имя Кокинаки. Меньше 2 недель осталось до завершения голосования за новые имена аэропортов. Уже скоро 47 воздушных гаваней России получат имена известных людей. У каждого аэропорта по 3 варианта имени, из которых нужно выбрать один. В шорт-лист Анапского аэропорта вошли Владимир Кокинаки, Клара Лучко и Вадим Фадеев. Пока в голосовании, которое проходит на сайте «Великие имена РФ», лидирует летчик-испытатель Кокинаки, за которого отдали голоса порядка 1800 жителей страны. По словам организаторов, желающих отдать свой голос много, однако времени все меньше. Напомним, что голосование проводится до 30 ноября. Отдать свой голос можно на сайте «Великие имена РФ» через социальные сети ВКонтакте и Одноклассники. С помощью телефона горячей линии 8 800 707 93 17 или заполнив анкету на вокзале, в аэропорту или супермаркетах.